Здравствуйте. Для того, чтобы к нам в компанию DSL передать файл, вы можете закачать его на наш FTP сервер. Для этого вы заходите на наш сайт. Переходите по ссылке «Загрузить файлы». И, согласно пункту первому, копируйте ссылку. Открываете мой компьютер. Вводите ссылку, вставляете в адресную строку, нажимаете Enter. Таким образом вы зашли на наш FTP сервер, заходите далее в эту папку DSL Print, создаете папку с наименованием вашей организации, и далее в эту папку вы можете копировать любые файлы. Например, вот архив с макетом. После перетаскивания файла. Для того, чтобы передать файл, вам нужно немножко подождать. Итак, файл у нас закачан. Далее мы можем скопировать название фирмы, файл, папки и написать нам письмо.